сегодня мы займем кабинет председателя колхоза. С собой мы взяли сейчас на первое время поесть детям, переодеться, чаю попить. У нас дети голодные. Попозже мы сходим, привезем сюда постельное белье. Будем жить в его кабинете, пока нам не включат свет. Извините, мы жить сюда пришли. Мы тоже хотим. Мы хотим накормить детей, которые сидят сутки без горячей еды. Горшки не взяли с собой? Можете как бы в квартире поставить горшки. Теперь вот в куртках, в сапогах, всю грязь домой перетащим. Спокойно спать не может, плачет ночами, орёт, кричит. Перекормили, и она...